Катя, какие основные впечатления ты получила от нашей поездки? Хороший вопрос. Основные, знаете, их очень-очень много. Такие могу выделить, наверное, самые главные. Это какая-то вот эта сила женская, энергетика. Потому что когда ты работаешь в группе, еще и в таком прекрасном месте, сила женская, она дает тебе какой-то заряд, который тебя наполняет изнутри. То есть я почувствовала его от каждой девушки, женщины, с которой была в группе. Я наметила какие-то дальнейшие цели. Еще немаловажно, что у каждой есть свой определенный опыт, и очень полезно, когда вы его обсуждаете, делитесь своим опытом, тем самым помогая друг другу найти какие-то выходы из сложных ситуаций или какой-то опыт на будущее. Что ты могла бы посоветовать женщинам, которые еще не принимали участие в таких программах? Я могу сказать, обязательно. Это обязательно. Это, знаете, сейчас такое время, когда мы должны все-таки сплочаться. Мы не акулы, и это факт. Мы женщины, и мы, как женщины, женщине, конечно, обязаны, да, я даже так выражусь, помогать. Потому что мы, если мы вместе, мы сила. Если мы по отдельности, это все. Одиночество, это никакой помощи. Поэтому я желаю каждой женщине, которая хочет, которая думает об этом, обязательно посетить, да, данную группу в этом тоже очень классном энергетическом месте, потому что вы получите очень много полезного для себя, вы напитаетесь энергией, вы расслабитесь, успокоитесь, найдете ответы на свои вопросы, и самое главное, вы поймете, как вам дальше жить, то есть как вам дальше идти, вы обретете подруг, да, там, знакомых женщин, которые также можете потом с ними общаться, и они будут помогать вам. А можешь, что можешь еще сказать про организацию данного тура? Про организацию, слушай, мне все понравилось. Я очень хотела сюда приехать и иметь какую-то физнагрузку, и я ее получила. Все места были интересные. Особенно хочу отметить, что я люблю именно вот что-то такое покорять. И этого тоже мне хватило. Вот, поэтому по поводу организации, ребята, все вкусно, очень вкусно, очень слишком вкусная еда, потому что, конечно, сложно после, да, каких-то физических нагрузок, очень сложно отказаться от вкусной еды, вот, а так в целом все отлично, организация, все, да, дни расписаны, для меня это классно, не знаю, если кто-то любит хаотично, не знаю, тут все четко, классно, мне все понравилось. Спасибо. Приедешь на следующий год с нами? Да, обязательно. Еще и привезу свой отряд женщин, которые остались в этот раз в Москве и не смогли приехать. Отлично. Всем спасибо. Спасибо.